Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял специального докладчика Организации Объединенных Наций по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом. Фионуалу Ни Аулайн. Визит высокого представителя ведущей авторитетной международной структуры в нашу страну состоялся в рамках реализации инициатив и предложений, выдвинутых главой нашего государства на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития открытого и конструктивного диалога по актуальной повестке в области прав человека, противодействия современным вызовам и угрозам. С удовлетворением отмечены плодотворный характер взаимодействия и достигнутый нашей страной большой прогресс в этих важных направлениях. Так, Узбекистан является полноправным членом и активно участвует в деятельности Совета ООН по правам человека, СПЧ. В следующем году узбекская сторона будет представлена в руководящих органах этого специализированного института. В рамках национальной стратегии по правам человека в нашей стране активно осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение гендерного равенства, свободы слова и религии, развитие гражданского общества. Ратифицирована Конвенция ООН о правах инвалидов. По инициативе узбекской стороны принята резолюция СПЧ о защите прав молодежи в условиях пандемии. Ведется разработка соответствующей конвенции. В области безопасности принят ряд основополагающих законов. Недавно утверждена 5-летняя стратегия по противодействию экстремизму и терроризму. Специальный докладчик высоко оценил усилия Узбекистана по возвращению граждан страны в рамках операции «Мехр», их реабилитации и реинтеграции. Особо отмечены новые подходы в борьбе с терроризмом и экстремизмом. В ходе беседы особое внимание уделено продолжению тесного взаимодействия, прежде всего оказанию технического содействия и помощи в реализации программ и проектов в области повышения роли институтов гражданского общества, усиления роли женщин и поддержки молодежи, совершенствования законодательства и других сферах. Достигнута договоренность о проведении ряда совместных международных мероприятий, направленных на укрепление партнерства Узбекистана с органами и правозащитными институтами ООН.